Разберем следующую задачу типа B8 из открытого банка заданий ЕГЭ по математике. Найдите площадь ромба, если его диагонали равны 4, 4 и 12. Строим ромб и вспоминаем формулу площади ромба через диагонали. Площадь ромба равна полупроизведению диагоналей. 1 вторая умножить на D1 и умножить на D2. И теперь осталось только подставить данные по условию задачи. 1 вторая умножить вместо D1 4, вместо D2 12. 4 на 2 делим, получается 2. 2 умножаем на 12, получаем 24. И в ответ мы должны записать 24 квадратных единицы. Ну, квадратные единицы мы не пишем. Ответ. А просто пишем число 24. Задача решена.